Ну что ж, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Resident Evil Remake. Выкладываем ленту. И продолжаем исследовать лабораторию Umbrella. Мы уже все ближе к финалу этой атмосферной, хардкорной, страшной игры. Открыли замки в прошлой части, электронные. Давайте посмотрим, что у нас в конференц-зале. Так, а в конференц-зале у нас... Я вижу аптечку, вижу... Еще один мод-диск. Еще один мод-диск, третий. Похоже на диск для перезапуска какой-то системы. Третий диск получается. Аптечечку возьмем. Терминал для ввода паролей. Использовать его. Так, пароля мы не знаем. Ищем подсказки тогда. Это карта локации, отлично. Взяли карту лаборатории. Вижу патрончики для дробовика. Это тоже радует. Протоколы безопасности. Уровень 1. Вертолетная площадка только для администрации. Ограничение отменяется в случае чрезвычайной ситуации. Первый цокольный этаж, B1. Проход к вертолетной площадке. Вход воспрещен без сопровождения научного консультанта или начальника службы безопасности. Несанкционированные лица, пытающиеся проникнуть на вертолетную площадку, будут расстреляны на месте. Лифт. Лифт останавливается во время чрезвычайных ситуаций. Второй цокольный этаж, B2. Конференц-зал. Только для использования специального исследовательского отдела. Все другие попытки попасть туда должны согласовываться с Кейтом Арвингом. Третий цокольный этаж, B3. Тюрьма. Санитарный отдел контролирует использование тюрьмы. По крайней мере, один научный консультант, Смит, Росс, Вескер, должны присутствовать при использовании вируса. Вескер, да? Фамилия Вескера здесь указана. Странно, не правда ли? Тройной дверной замок. Вход в комнату ограничен всего одним человеком, который отключает блокировку замка всеми кодами доступа. Кодовые терминалы расположены у каждого старшего научного сотрудника. Генераторная. В этой комнате легковоспламеняющиеся материалы используются в качестве основного источника питания генераторов. Доступ имеют только контролеры штаб-квартиры. Это ограничение не относится к научным консультантам со специальным разрешением. Кодовые терминалы. Использование и доступ к кодовым терминалам только с разрешения уполномоченных старших сотрудников. Четвертый цокольный этаж, B4. Что касается развития тирана после ввода Т-вируса, далее неразборчиво. Упомянут Вескер. Это более чем странно. Экран для использования с проектором. Фильм установлен на место. Посмотреть его. Так, Umbrella, Bioorganic. Матрица 9, Цербер. Вот они, собаки. Фи... 03, Нептун. Акулы, которую мы видели здесь. Мегалодон-то, помните? Которого сварили. МА-121, Хантеры. Вот они, охотники. Т-002, Тиран. С Тираном мы еще не встречались. Группа исследования биоорганического оружия. Персонал. Персонал. И на фотографии Вескер. Вот он, двойной агент.
Двойной агент Вескер. Ублюдок. Хотя он нам помогал, да, помните? Оставлял боеприпасы, прикрывал нас. Но... Но все же... Вескер плохой человек. Нам нужно найти код. Так, какие двери еще у нас открылись? Открылась, по-моему, здесь у нас дверька. Живучий. Какой живучий. Вообще просто не убить его. Так. Походу теперь он мертв. Патроны для магнума у нас здесь лежат. Что это еще? Слайды. Рентген. Отображаемая структура человека не совсем человеческая. Смотрите, как он прогнил-то уже. Сколько он здесь времени. За этой прочей дверью, кажется, что-то есть. Открыть. Внимание! От тряски топливо может взорваться. Похоже на заправочное устройство. Так, окей. Пока еще. Полка полна бутылок. Они содержат какой-то порошок. Это какой-то вид фототерапии. Какая-то записочка. Факс. Кому? Санитарный отдел. Кому? Менеджеру санитарии. От комитета Ракун-Сити по чрезвычайным ситуациям. Содержание этого факса носит конфиденциальный характер и предназначен только для адресата. Любое копирование или раскрытие содержания этого факса третьим лицам строго запрещено отправителем. После прочтения содержимого факса уничтожить его немедленно. Мы наблюдаем значительное улучшение ущерба, нанесенного утечкой этой вируса. Это намного больше, чем ожидалось ранее. Есть несколько проблем. Первая проблема. Более половины исследователей были инфицированы этим вирусом и погибли. По сообщениям, почти у всех оставшихся в живых в этом инциденте начинаются проявляться признаки заражения этим вирусом. Вторая проблема. Наша секретная патрульная команда службы безопасности полностью уничтожена. Таким образом, наши самые секретные исследования рискуют быть обнародованными. Требуются незамедлительные действия, чтобы предотвратить утечку в СМИ. Третья проблема. Существует высокая вероятность того, что большинство образцов вырвалось на свободу. Мы ожидаем множество потерь в будущем. Однако эти потери подчеркивают успех наших исследований. Нужно предпринимать действия для того, чтобы результаты наших исследований не придали огласке. Мы ожидаем, что первое официальное вмешательство будет от полиции штата и отряда Старс. Мы настоятельно рекомендуем принять меры против них в первую очередь. Окей. Куча треугольных колб. Устройство передачи пароля системы безопасности. Если бы у вас был МО-диск, вы бы смогли передать код в систему. Так, а МО-диски у нас есть. Причем все. Все три штуки. Так. После введения пароля, похоже, что-то открылось. Каждый диск, получается, открывает доступ к рычагам. Давайте можем как раз теперь взять слайды. Внутри слайды красного цвета, на них ничего нет. Слайды мы можем посмотреть в конференц-зале, получается. Там есть проектор. Патроны для магнума берем. Так, там что-то еще что ли лежит? Раковина полна пустых стаканов и пробирок. Нет ничего. Грязный лабораторный халат. И карта отсутствует. Кто-то спер.
Идкарт. Так. Давайте отпустим один рычаг. Еще два. Нам еще два считывающих устройств надо найти. Давайте отправимся в конференц-зал. Посмотрим слайды. Я думаю, как раз надо еще сбросить. Бросить патроны для магнита. Патрончики-то уже поднакопились для магнума. Я думаю, вскоре можно будет использовать его уже. Так, можно для... на всякий случай взять один мод-диск. Где тут? Или даже два, наверное, возьму мод-диска. Два диска сразу. А пистолет у нас всего три патрона. Да? Я выложу. И уже экипирую, наверное, дробовик. Если найдем патроны для пистолета, то возьмем уже пистолет. Снова все то же самое, только смотрите, красным цветом все. Группа исследований, понятно. Оп. 84-62. Это пароль. Так, где что открылось? Ключ лаборатории. Отпечатан символ электричества. Понятно. Вот у нас... Так, еще что-нибудь есть. Оборудование для монтажа. Похоже, что вы можете посмотреть кассету Кеннета. Ух ты. Да, давайте посмотрим. Короче, бедняга Кеннет запечатлил, как его съедают. Ну что, пошли открывать двери со знаком электричества. Представьте, если вот эту запись, когда тебя сжирает зомби, выложить на YouTube. Представьте, сколько она просмотров займет. Будет в тренде, просто в этом, в топе, не знаю. Самое просматриваемое, наверное, видео. Так, ключ. И вот здесь тоже ключ используем и выкинем его нафиг, чтобы сэкономить место.
это слышите? Так, погодите. Куда я забрался? Ой. Что это за звуки? Это можно отодвинуть, смотрите. Если я отодвину, там что-то блестит, я не смогу взять, походу, да? Тихо, давайте-ка. Нет. Вентиляция. О, какая-то тварь такая. Ай! Что за? Какая-то тварь, короче. Воу-воу-воу-воу! Пошел вон. Живой! Живучий! Ай-яй-яй, давай перезаряжай быстрее, ну! Столько патронов истратил, блин. Чё за жучары-то? Пипец. Вот это да. Не ожидал я такого. Операционный стол покрыт кровью. Не похоже, что это была кровь от операции. Окей. Что, здесь ничего нет? Блин, аптечка бы какая-нибудь лежала. Различные точные приборы, используемые в хирургии. Так, погодите. Я вылез из этой дырки. И тут еще две дырки. И дверь. Различные точные приборы, понятно. Так, здесь ничего нет. Что у нас с дверью? Она намертво заржавела, не открывается. Понятно. Дверь отпадает. Давайте зайдем сюда. А, как раз вот мы с другой стороны вылезли. Патроны для дробовика. Блин. Так, мы не напасемся патронов. Казалось, на потолке кто-то сидит. Так, полка полна различных антитоксинов. Гранату еще взяли. Система водопароля. О, мой диск можно вставить. Отлично. С этими мешками. Мешок с телом лежит на обычной постели. Дата, указанная на мешке, довольно старая. Нужно двигать. А, отлично. Вот. Теперь сделали себе проход. В принципе, нам сюда больше не надо будет, я думаю. Так, давайте сбегаем, аптечку возьмем.
Здорово нас так потрепали, короче. Твари эти. Я думаю, давайте на всякий случай возьмем магнум. Ой, я не туда зашел. На всякий случай возьмем магнум. Тут что-то эти твари живучие. Магнум, по-моему, он должен вообще с первого выстрела расшибать голову. Как я помню, в старой версии. Просто любым монстром. Ну, кроме боссов, конечно. Так, так-то лучше. Про этих тварей, кстати, по-моему, я так понял, писали, да? В записке там. Christmas Head или как там? Как-то так их там назвали. Проворливые твари эти. Так. Вот эта дверь у нас еще не исследована. Ходит. Намертво закрыто. А, зомбарь ходит. Зомби. О! Еще комнатка с сохранением. Стулья и различные материалы разбросаны вокруг. Стены покрыты следами от множества когтей. О, патрончики для дробовика, отлично. Различные виды химикатов. Этикетки слишком грязные, трудно сказать, что там внутри. Сохраняться. Птичку пока выложим это. Выложим. Так, ну что, замочим, наверное, зомби. Я надеюсь, хватит одного патрона, чтобы голову ему разнести. Отлично. Еще? Давай, подходи. Так. На этого пришлось тратить много патронов. Окей, давайте флягу подожгем эту тварь. Не хочу, чтобы они мешали нам в будущем. Так. В смысле, ни одного нет. Значит, а вам мы убили полностью, что ли? Получается. Получается так. Лифт не работает. Похоже, вам придется заняться выключателем справа. Похоже, это панель управления лифтом. Нажать выключатель. Похоже, панель обесточена. Так. Надо подать питание, получается.
Так, стоп. Опять эти твари. Блин, они какие-то живучие вообще. Так, что здесь? Внимание! Отрезки топлива может взорваться. Заправочное устройство для генераторной. Сейчас оно не работает из-за отсутствия топлива. Здесь есть пустая капсула. Она пуста. Так, а где у нас была заправочная станция, помните, да? Где-то мы видели. Так, а куда он свалил-то? Что-то он убежал так куда-то. Скрылся с глаз долой. Пошел вон. Выскочил тут. Противный. Отлично. Этому двух патронов хватило. Блин. Типа дробовик, просто патроны летят от дробовика. Воу-воу-воу, твари. Что-то их много вообще, чересчур. Так, одна дверь у нас. Готов? Фу, отлично. О, патронов все меньше и меньше. Опять они. Так. 12 патронов осталось. На нескольких хватит. Придется брать магнум. О, еще гранатка. Можно было бы просто кидать эти гранаты. Шел вон. Ну-ка. Еще. Че там, бездонная дыра, что ли? Твари. Еще живой один есть. Я слышу его. Ай! Ай-яй-яй! Один патрон я истратил. Блин! Впустую. 5 выстрелов осталось. Жесть. Оп. Ну, диск нужен. Так, отлично. Все, можно сюда прийти. Патронов-то нету. Нужны патроны для дробовика, блин. О, черт. Так, какая-то еще дверь тут была. Боже. Что-то ломают еще. Да сколько можно-то? Тварь. Свалил. Сколько у меня? 3 патрона? 3 патрона. Жесть.
К основному лифту не поддается питание. Подать? Система не запускается. Похоже, ей нужно какое-то топливо. А топливо мы еще не принесли. Прикиньте, там уже это написано, что при стряске топливо может взорваться. Фу. 3 патрона, да, было? Блин. Блин, блин. Нафига его унесло просто с этого, с магнума. Фу. Система самоуничтожения лаборатории, она гигантская. Просто представьте, вот они здесь лазают, лазают. А нам бегать-то нельзя. Все, башку я ему отрезал. Ой, отстрелил. Эти твари тут. Вообще как? Просто пипец. Взорвемся моментально. Окей. Надеюсь, они здесь не появились больше. Эти твари лазят по вентиляциям. Могут в любую минуту прийти сюда. Так что надо будет перезарядить нам магнум. Пипец. Мы добрались до магнума. Что будет, если мы все истратим? Как мы будем с тираном воевать? Так, дайте я перезаряжу. Ничего там. Возьмем с собой уже патроны. Че тут мелочиться-то уже? Так, давайте в первую очередь сейчас сходим к большой двери. Посмотрим, что там. Что так злостно скрывали за этой дверью? Зачем мы делали столько манипуляций? Как раз и топливо здесь недалеко, в принципе. Окей. Ну, в принципе, сейчас уже не страшно нам. У нас есть магнум, который выносит всех. Если вдруг что-то большое, магнум придет нам на помощь. Крис? Крис? Джилл. Джилл. Крис. Крис. Вескер. Вескер. I know. Я знаю. I can't open it. Дверь не открывается. Just wait, I'll be Подожди, back. Я вернусь. Okay. Хорошо. Так, Джилл заперта. Нужно ее как-то будет вытащить из этой темницы. Похоже, Вескер запер ее здесь. Так, ну что, давайте возьмем топливо. Наверное. Нет.
Или открыть надо сначала? Похоже на заправочное устройство. Поместить... А, поместить капсулу, да? Капсула системы подачи топлива. Основным ингредиентом этого топлива является нитросоединение. Бег с ней может привести к взрыву. Пипец. Что, друзья, нам нельзя бегать. Главное, чтобы нам на пути не попадался сейчас никакой монстр. Это будет трэш. Самый настоящий трэш. Если кто-то сейчас вылезет. Так, давайте, может, сохранимся. Да я что-то очкую. Так, что-то я очкую. Сейчас главное не затупить и не нажать на бег. Ну что ж, на этом я, наверное, закончу, дорогие друзья. Вот. Опасный груз будем доставлять уже в следующей серии. Главное не забыть про это, то, что нам бегать нельзя. Вот. Иначе в начале серии следующей взорвемся нафиг. И кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, ставим дизлайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте, ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.